В центре пейнтбола Республики Татарстан состоялся первый студенческий турнир по пейнтболу. В соревнованиях приняли участие команды из 9 высших учебных заведений, в том числе и из Казанского федерального университета. Наша команда, сборная КФУ, собрали желающих, потренировались, довольно-таки неплохо получилось. Вот сплотили команду, сейчас участвуем. Все парни как бы молодцы, тренировались, заряжены, как бы все готовы только на победу, все борются. Я думаю, хорошие шансы в плей-офф, я надеюсь, что попадем. Для студентов эта игра является вариантом активного отдыха. Помимо этого, соревновательный дух и тактические наработки команд превращают игру не только в развлечение, но и в настоящее спортивное соревнование. Для Федерации пейнтбола Республики Татарстан важной задачей является развитие и популяризация данного вида спорта среди молодежи. Планируем это все проводить ежегодно под эгидой Федерации, под эгидой Буревестника. Для того, чтобы собирать сильнейшие команды, ну и планируем войти все-таки в спартакиаду студенческих видов спорта. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.